supposed to be. Might be as elusive as it's close to me. She's been feeling further than her memory. Just want to go back to how it used to be. Used to be, supposed to be. Might be as elusive as it's close to me. She's been feeling further than her memory. Just want to... В общем-то, ребятки, всем привет. Вы на моем канале. Меня зовут Софья. Сегодня я снимаю влог, большой летний влог, потому что я не знаю, как так вышло. Извините, пожалуйста, за мою мокрую голову. А я не знаю вообще, как так вышло, что я не отмонтировала видео. Поэтому у меня там очень много моментов. Я совместила это все в одно видео. Надеюсь, вам оно понравится. Перед началом видео подпишитесь на мой YouTube-канал, на мой Telegram-канал. Там очень интересно, много вдохновения, уюта. В общем-то, там я бываю чаще, чем на YouTube. Ссылочка будет в описании. И обязательно поставьте лайк. Ну, а мы начинаем. Так говоришь, отца. Кидай выше. Я сяду вот так. Выше кидай. Ты тут вот... Ребятки, не обращайте внимания на то, что они спали папу хочет, а мы сейчас будем делать челлендж. Кто хочет пройдется в воде. Смотри. В общем-то, ребятки, мы уже покупались. Сейчас мы с Алисой на уличке. Вот у нее такой эстетик лук. Такая прям эстетика. От камня эстетика, конечно, очень модная. Сейчас мы идем в машину, чтобы забрать оттуда наши чипсики. В общем-то, ребятки, тут папа сейчас будет жарить. Папа сейчас будет жарить грибы и купаты. Можно еще попить. Ну, можно попить тут дырочки. Да. Попила. Попила. Полы нет. Вот такой лук упали. Тапки. Смотрите, это мой лайфхак. Ой, открыла. Хорошо. Привет. Привет. Мы катаемся.
А я оператор. Не, давайте сейчас вот, давайте. А давайте вы меня заталкиваете, отталкивайтесь камеру, такой ногой, ногой. Я нос маленький. Ну не камеру, ты не думаешь. Еще раз. А теперь притягивайте, притягивайте теперь. Я боюсь. Ласами, ласами. В смысле? Ай, у меня все запуталось. Ребятки, у нас сегодня влог. Я плачу. Покупаем сырки в Пятерочке. Я плачу. Вот такое вот тут эстетично. Поэтому идем. Смотрите, какие у нас ноги загорелые. Особенно. А у меня руки какие вот, как у негра. Класс. У меня чернее. Нет, у меня. У меня чернее. У меня чернее. Ну ладно. Леди Баг. Ребятки, мы сейчас будем окидать Арисочке тортик в лицо. Нам разговаривают по телефону. Короче, пойду я вот так вот и из кустов пропугаю с тортиком. Мне главное его не уронить. Сейчас какой-нибудь шмель вылезет. О! Там люди какие-то. Сейчас скажут, что за рев из посадок. Фоточку. Не испугался даже. Вот. Это, короче, вот Алиска, а это вот Даник. Прикинь, чел просто вот так сидит. Ему кашу такой ест, ему резко прилетает откуда-то. И он еще такой, первые 5 секунд вообще, его снимают на жопе. Представляешь? Здравствуйте, дорогие телезрители. Сегодня вы увидите Человек-торт. Такого вы никогда в жизни не видели. Деня тебя! Деня тебя! Ее лицо снимайте. Бегите, бегите. Ладно, ладно. Дима, ты снимаешь очень классно. Ты же идешь в кадр. Короче, свечки у нас... Не, короче... Короче, не могла залазить. Сейчас она хочет показать вам трюк, как она может залазить. Давай. Да. Ну, короче, тут фоткаемся, такая вот эстетичность. Давай теперь как с горки. Снимаю. Раз, два, три. В общем, ребятки, приветик. Мы сейчас дома. Я сейчас хочу вам показать рум-тур по нашей комнате, потому что мы переселились в зал. Тут Алиса смотрит Диму Масленникова, и тут... В общем-то, телевизор стоит. Первое, что мы, когда мы заходим в комнату. Второе, это вот такой вот мой стол. Тут окошечко такое вот красивенькое. Сейчас все будет эстетично. Ой. Вот статика. Дальше за окном Алисин стол. Дальше за Алисиным столом стоит кровать. Еще я убралась в свою, где канцелярия, и у меня, оказывается, столько еще канцелярии. Или может потому, что у меня маленький органайзер, меньше, чем у меня был с косметикой, но у меня вообще ничего не умещается. Я пыталась как-то сложить, только как стоит. Это обзор по моему столу. В общем-то, вот. Купили новые очки. Посмотрите, какие они у меня. Вот такие вот с фиолетовыми ручками. И сами, ну, такие, в общем-то, фиолетовые. Ну, не знаю, тут видно или нет. Только-то они
фиолетовые. Ну, не сильно видно. Ребятки, мы сейчас с Алисой гуляем. Вот она. Она ест воздушный рис. Тут капец какой ветер. Я не знаю, вы слышите меня или нет. Но, в общем-то, мы гуляем.